Владельцы такого имени застенчивы и с трудом сходятся с окружением. Эти люди умеют организовать других людей. Носителю имени не придется заставлять трудиться. В их честь складываются стихи, поются серенады и совершается множество других забавных глупостей в зависимости от века и нрава. Они готовы пойти на самопожертвование, даже если это не является необходимостью. Они очень хорошо относятся к детям и животным, склонны заботиться об окружающих. Из них получаются хорошие семьянины. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Подавив в себе стремление к накопительству, владелец имени сможет реализовать свой богатый духовный потенциал. Они всегда хотят добиваться уважения и любовь окружающих, умеют достигать поставленных целей. Астрологи рекомендуют им быть более сдержанными в суждениях. Люди с буквой «Т» в имени отличаются страстью и пламенной натурой. Внешне человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры и тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Буква «Т» в имени говорит о натуре чувствительной, творчески одаренной, с хорошо развитой интуицией, но заносчивой и амбициозной. Люди, которые имеют букву «Р» в имени, обладают большой силой и храбростью, но также им свойственна небрежность. Зачастую эти люди более склонны направлять свой дар любви в другие русла – материнской любви, идеалистической привязанности, преданности любимому делу, служение идеи и тому подобное. Очень часто человек с буквой «Р» в имени бывает резок и невоздержан в высказываниях. Значение буквы «М» в имени говорит о заботливости, готовности помочь, некоторой застенчивости и мягкости. В любви ищут партнера, способного на поддержку и преданность. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве «И», мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Если присутствует первая буква алфавита в этом имени, то оно постоянно будет стремиться к физическому и духовному равновесию. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.